не помню, что тема, когда он был совсем плох. Он дома работал. Короче, что он не появлялся, короче, на публике и на виду не появлялся, короче. И чтобы попытаться как-то успокоить общественность, типа, он работает с документами. В Кремле работаю с документами. Сталин. Сколько ночи? Сталин же небось он жил в Кремле. Да, он не вылазил в Москве. Мало ли чего. Ну как, Сталин это был супер-бюрократ. Давай, Боря, отвечай. Минимальная мощность, чтобы антенный вход перегружался.